Выборы президента в Самаре, как и по всей стране, пройдут с 15 по 17 марта. Чтобы граждане могли узнать необходимую информацию или сообщить о замеченных нарушениях избирательного процесса, в регионе заработала горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Открылась горячая линия на базе Нотариальной палаты Самарской области. Сегодня мы открываем работу горячей линии традиционно в предвыборной кампании. Это очень важная деятельность, чтобы запросы избирателей по различным вопросам нашли свое решение. Тут оператор горячей линии принимает экспресс-сообщения. Специалисты будут принимать звонки по будням и 15-16 марта с 10:00 до 5 часов вечера, а 17 марта с 8:00 до 20:00. Телефоны горячей линии 8 846 337 75 55 и 8 846 337 76 20. Также можно написать на почту, адрес которой указан на экране. Я рассматриваю это как инструмент повышения явки избирательные участки, тем самым содействие легитимности избирательного процесса, результатов выборов и, конечно, самой публичной власти. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В него вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба избран Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседателями стали президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева. События.